О том, как голосуют сегодня в больницах и СИЗО, рассказала в едином информационном центре журналистам Сария Сабурская, уполномоченный по правам человека в Татарстане. Вот данные на 11 часов дня. Во всех следственных изоляторах республики 100% проголосовали те граждане, которые имеют избирательное право. На данный момент проголосовало 81% больных, которые сегодня госпитализированы и находятся в учреждениях здравоохранения. Все новости дня в выпуске программы «Новости Татарстана» на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.